времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Дорогие друзья, вас приветствует народный артист СССР, лауреат Ленинской премии Василий Лановой. Здравствуйте, уважаемые ветераны. Здравствуйте, дорогие школьники, которые принимают участие в нашей сегодняшней программе, учителя. Мы сегодня отмечаем 23 февраля, наш праздник вооруженных сил. Заодно вспоминаем, как 2 февраля 43 года была провозглашена Великая Победа в Сталинграде и был взят в плен Паулюс. А я в это время был на Украине. Мы 3 года были в оккупации на Украине, у нас стояли немцы в хате. И я помню, впервые услышал я это слово в 43 году. Мне было ровно 9 лет в 43 году, и произнесли они с отвратительным произношением «Сталинград! Сталинград!». Мы поняли, что что-то там случилось. Это была великая сталинградская победа. Только потом я это осознал. Мы сегодня отмечаем невиданный героизм нашего народа в этой войне. Мы сегодня отмечаем мужество, которое было проявлено в этот период. Я до сих пор считаю лучшими стихами военные стихи, лучшими песнями военные песни. Недели 4 назад я был в Роттердаме, и опять что-то заговорили о войне, и журналисты мне сказали, что вы все время, война, война, ну сколько можно, прошло уже 50 лет, сколько можно, 60, сколько? Я их спрашиваю, господа журналисты, ваша страна сколько дней сопротивлялась? 3. Я говорю, вот и молчите. Мы будем решать, сколько нам отмечать этот великий праздник. Мы будем решать, оценивать мужество того поколения людей и цену, которую мы заплатили за эту победу. Я очень хорошо помню, где-то в Сибири на одном из таких встреч подошла ко мне женщина-ветеран. Очень много ей лет было, вся грудь в медалях, невиданно в медалях. И вот так наклонился я к ней, она говорит, Василий Семенович, я говорю, что вы с патриархом Алексием знакомы? Алексей тогда был еще жив. Я говорю, да, раз в году он приглашает на рождественский. Передайте ему, что уже пора нашему поколению присвоить имя святое поколение. И имелось поразительное продолжение этой истории. В очередной раз я, а Алексей всегда стоял и сам здоровался со всеми, кто был приглашен на эти встречи. Жена моя прошла, он взял мою руку, и я говорю, вот такой случай был. В Сибири, в каком-то городке, я уже сейчас не помню, просили передать вам, что пора. Он остановился, улыбнулся, задумался и сказал, Господи, сколько мы ошибок допускаем на каждом шагу, сколько. Здравствуйте, святое поколение, здравствуйте. Я люблю военные стихи, и с них и начнем. Я, надо сказать, что так получилось, что половина моих фильмов – это военные. Причем это как-то случайно, но это именно так. Я играл
белогвардейских военных, я играл российских военных, я играл немецких фашистских военных в 17 мгновениях весны. Я половину картин переиграл военных. И люблю больше всего военные песни и стихи военные, рожденные в те страшные дни. Твардовский. Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны, в том, что они, кто старше, кто моложе, остались там. И не о том же речь, что я их мог, но не сумел сберечь. Речь не о том, но все же. Солдату его зарыли в шар земной, а был он лишь солдат, всего друзья, солдат простой, без званий и наград. Ему, как мавзолей, земля на миллион веков, и млечные пути пылят вокруг него с боков. На рыжих скатах тучи спят, метелицы метут. Ветра тяжелые гремят, ветра разбег берут. Давным-давно закончен бой. Руками всех друзей положен парень в шар земной, как будто в мавзолей. Семен Гудзенко перед атакой. Когда на смерть идут, поют. А перед этим можно плакать. Ведь самый страшный час в бою – час ожидания атаки. Снег минами изрыт вокруг и потемнел от пыли минной разрыв. И умирает друг, и значит смерть проходит мимо. Сейчас настанет мой черед, за мной одним идет охота. Будь проклят 41-й год и вросшая в снега пехота. Мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины. Разрыв, и лейтенант хрипит, и смерть опять проходит мимо. Но мы уже не в силах ждать, и нас ведет через траншеи окоченевшая вражда, штыком дырявящая шеи. Бой был коротким, а потом глушили водку ледяную и выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую. Есть замечательная песня, которую довоенные все люди. Каховка, каховка, родная винтовка. Замечательная Светловская песня. Он был корреспондентом на войне, Михаил Аркадьевич Светлов. И он еще военные слова писал к песне. «Мы летим, ковыляя во мгле». Это его песни. И он написал много военных стихов. Мы, снимаясь в одной картине, он писал стихи, песня. Я ему как-то говорю: «Михаил Аркадьевич, я читаю некоторые ваши стихи». «Валяй», — сказал он и опустил нос в стакан с Сенандали. Это было в Сухуми. Но потом я после съемки пришел с девушкой какой-то. Я говорю: «Михаил Аркадьевич, познакомьтесь, это Нелли». Он вынул нос из этого фужера и сходу сказал: «Нелли, Нелли, ваши чувства не о леди Нелли». Мгновенно и сразу. Я прочел ему его стихотворение, которое называется «Итальянец». Черный крест на груди итальянца.
ни резьбы, ни узора, ни глянца, ни богатым семейством хранимой и единственным сыном носимой. Молодой уроженец Неаполя, что оставил в России ты на поле, почему ты не мог быть счастливым над родным знаменитым заливом? Я, убивший тебя под Моздоком, так мечтал о проливе далеком, как я грезил на Волжском приволье хоть разок прокатиться в гондоле. Но ведь я не пришел с пистолетом отнимать итальянское лето, но ведь пули мои не свистели над священной землей Рафаэля. Здесь я выстрелил, здесь, где родился, где собою друзьями гордился, где легенды о наших народах никогда не звучат в переводах. Разве Среднего Дона излучено, итальянским ученым изучено? Нашу землю Россию, Россию, разве ты распахал и засеял? Нет, тебя привезли в эшелоне для захвата далеких колоний, чтобы крест из ларца, из фамильного, вырастал до размеров могильного. Я не дам свою родину вывести за простор чужеземных морей. Я стреляю. И нет справедливости справедливее пули моей. Никогда ты здесь не жил и не был, но разбросано в снежных полях итальянское синее небо, застекленное в мертвых очах. Фильм «Офицеры», которому весной мы отмечали 40 лет, работает, жив, продолжает делать свое дело. И я думаю, что это одна из, входит в десятку лучших военных картин нашей страны. Я счастлив, что я принимал в этой картине участие. Уже многих нет. Нет режиссера Володи Рогового, нет Жоры Юматова. Нет других актеров, многих. Но картина каждый год по всем каналам показывается. И я хочу вам сейчас ее напомнить. Вы из фильма сейчас слышали ее. А теперь я попробую ее вам спеть. Пожалуйста, дайте мне эту музыку. Из офицеров. Осталось порой имен, те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Посмотри на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть им нет 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России сильней такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с
фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Народный артист России, патриот России Василий Лановой. Советского Союза. Советского Союза. Организаторами этой встречи являются «Аргументы недели» и компания «Дом». Эти люди всегда проводят эти праздники. Большое им спасибо за это.